Happy birthday! Это вы лапки вчера такие рисовали? Так прикольно! Сами нарисовали все. Ну-ка, давай, 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 я. Это духи? Да. Да? Прикольно, а что за духи? Лёш, ты чего? Офигеть! 256 гигабайт, Лёш, ты чего? Лёш, прикинь, ты понимаешь, что это такое? Нет. Клёво, спасибо. Я не верю, потому что у меня телефон, смотрите, тут разбитый он. Связь плохая, что-то. Ой, жалко. Оленька, а я тебе могу звонить на другой тот номер? На тот, ну тут, смотрите, теперь этот у меня будет постоянно, вот, получается, вот этот, московский, да, 967. А тот американский WhatsApp, он будет только дома лежать, он через Wi-Fi только будет работать. А этот всегда будет, ну, на улице, везде со мной. Всегда. Здоровье всегда не подводило, Оленька, чтобы все чувствовала, поправила спинку и всегда была как огурчик. Спасибо. Тебя любим. Да, тебе самое главное, что ты стойкий, оловянный, была солдатик. Это точно, это самое главное. Спасибо. Самое. Смотрите, что ребята вынесли. Спасибо. Happy birthday. Ты мне хочешь помочь? Яичко? Это, Лёша, ты не сам выбирал это яичко? Я сам была. Маме в подарок, да, ты выбрал? Смотрите, какое. Котики там. А смотрите, какой красивый букет. Вообще прелесть просто. Такой красивый. И какие бабочки. Я этих бабочек потом проватизирую. Куда-нибудь, видите, они как, получается, как заколочки. Мишка такой милый, так красивый. А я даже не видела здесь Леди Баг. Боже, коровка. Какая клевая. Миша, коты могут погрызть эти цветы красивые. Надо сфоткаться будет. Давайте надо собраться, моську накрасить и сфоткаться. Смотрите, какой шарик клевый. Он светится. Посмотрите, какие футболочки пришли ребятам с логотипом. Алекс Простой, папин YouTube-канал. Да, слушай, хорошо сидит и качество хорошее, кстати, футболка. Крутые какие будете. Сейчас надо вас сфоткать. Кстати, надо около бахи сфоткаться лучше. Вот как. Нет, да? А я здесь. А ты ну тоже. Давай здесь, да. А где это можно будет заказать? Любой логотип можете нанести. У тебя будет под видео, да, ссылка? Да. У Лёшки на канале Алекс Простой, вот его канал. Вот он. У него будет там ссылка, да, где это можете все заказать. Будет. Кстати, качество реально очень клевое. Ну вот и собрались мы. И сейчас заодно сфотографируемся. Это как у нас традиция уже, знаете, около диванов фоткаться около. Не готов. Кстати, смотрите, тут это украшение я привезла с Америки из зоопарка. И не знаю, вот мне почему-то так понравилось. Вот украшение я получил на нашу обручальную жизнь. Спросите, почему на руке не ношу? На палец теперь налазит. Это типа, знаете, типа отек палец. У меня тоже скоро отечет так, так отечет. Надо раскатать просто кольцо и надеть лезет. Мне тоже надо раскатать, кое-что будет. Давайте фоткаться. У нас вот такой вот зеркальный лук. Собрались, я уж 100 лет так не красилась. На самом деле ничего яркого нет, да, но для меня это уже ярко становится. Лёша, покажись какой-то рубашечке красивой. Пойдемте штаны почистим. Новые тормозные диски, новые диски, вау. Ну наконец-то, все чистенько, беленько, вообще супер. Спасибо мужу. Идем.
куда идем? В юбке, представляете? Я в юбке, ребята, вышла. Вот это да, это вообще. Обычная майка, кофта тоже с Америки, сумка с Америки, юбка с Америки, тапки с Америки, все, короче, американская, да, только я русская. Ну да, такая тучка-то, что налетела, знаешь, как во Флориде, нет-нет, ничего, и прям вливануло. Мы подъезжаем, да, кафе, где тануки наши. Босиком люди идут, такой ливень проливной, вы видите, босиком, офигеть. Макс из Орландо. Самое главное здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Чтобы денег побольше было, чтобы YouTube ништяк развивался. Вот так вот, подписывайтесь поэтому на меня, миллион человек. Смотрите, какой коктейль. Покажи его, его прям красивый, сфоткать надо. Сейчас все съедят. О, как надо. Вкусно? Теперь сидим, выбираем десерты. Да. Заказал всем алкогольный мохито и вот он вкусненький, но он какой-то тропический. Вот эти косточки, да, они, конечно, лишние, мешаются здесь. У Лёшки, а я не помню, снимал я видео, нет? У него такой огромный кусок этого Наполеона был. Ну так, как целый торт. Объелись все, объелись! Малыши все устали. Лёшик поедет. Лёшик поедет. Все, Лёш, собирайся. Поехали. Тут и клёво, девочки, такой, мы объелись. Объелись. Все, мы едем домой. Время у нас, знаете, сколько? Без 20:10. Нет. Выпила я коктейльчик. Какой там тропический мохито. А я бутылку водки в одну дудку. Да, Лёшка, Наполеон в одну дудку, не коктейль. Нет, я. Лёшка, маленький, какой маленький стаканчик ему принесли клёвый. В тануке, в общем, 15. Лёшка маленького стаканчика. Маленький стаканчик, я имела в виду, да, люди сейчас подумают. Мам, мне надо съесть. Нет, Лёшику принесли стаканчик, и там десерт вкусный, такой творожный, ой, с клубничкой, с малиной. Он даже её не весь съел, этот стаканчик. Объелись, и 15% скидка на день рождения, ну, приятно тоже, почему нет. Так что все, на сегодня закругляемся и уже увидимся, давайте завтра. Ну вот мы и дома. Спасибо всем огромное. Так, у меня какой режим стоит? Видео. Спасибо всем огромное, то, что поздравили меня. Мне правда очень приятно. И даже не верится, то, что 31 год вообще. Заметно именно по физическим сил и здоровью. Меньше сил, нам все остается, но живем дальше. И вам всем желаю, у кого дни рождения, ближайшую дату, да и вообще. Просто всех с днем рождения, ребята. С днем рождения. The next day. Протираем окуляры, собираемся гулять с Лёшкой. Да, и еще я заказала, знаете что, отпариватель. Мне его завтра привезут, мы сделаем с вами обзор. Так что давайте попозже с вами встретимся еще, мы сейчас гулять ходим. Ребят, мы уже, короче, погуляли и пришли. Пешком все на автобусе, пешком съездили в Декатлон. Как круто, что у меня проезд бесплатный, у Лёшика тоже бесплатный, в общем, бесплатно катаемся. Купили в Декатлоне, ну, этот, виски. Такие кроссовки папки моему, очень легкие, 900 рублей. И нафиг ходить в эти смешные ржачные цены, когда... Молодец, зайчик, умничка, спасибо. Когда там будешь задыхаться, эти даже не воняют. И 900 рублей всего стоили. А еще, ну-ка говорите, кто пробовал таких мишек? Потому что я увидела их, когда на площадке. Это мы взяли в Америку, вот правильно, маленький, потому что они сделаны. Это сделано в Армении, и в Америке таких, наверное, точно нет. Да, вот такие лисички есть разные. Лёш, тебе понравилось? Он одну штучку попробовал. Белочка. Это белочка. Вот. Мама думала, это лисичка. В общем, кто пробовал таких мишек, скажите? Я даже не пробовала, сейчас попробую сама. Итак, берем мою железку из спины титановую. Видите, какая штука, да? Вот как она пригодилась. Смотрите, берем ключ. Это у нас из Fort Lauderdale, из Флориды. Акула Тютирин, подарок еще. Для начала надо навести резкость. Вот, резкость поймали, ура! И что мы делаем? Как пригодится в быту ваша железка, не знаю, из спины, из ноги, не дай бог, конечно, она у вас есть, но если она есть и есть настоящий ее кусочек, то смотрите, как можно при помощи нее, о как, о, и ключик засунем, потому что здесь острый конечек, смотрите какой, видите, какой остренький, о, какой острый. Что он во мне такой острый был, торчал такой, там, конечно, он порвет кожу, не только кожу, мясо порвет. Вау!
Вот хотите увидеть, что в моем рюкзаке вот в этом было? Вот что в нем было. Я хочу его в стирку отправить, потому что он уже грязный стал. Но рюкзак очень клевый, он, смотрите, какой легкий. В него столько всего помещается. Итак, салфетки. Еще с Америки привезенные. Дальше, другие салфетки здесь купила. Сопричики, какие-то визитные карточки. Дальше, американские книжки из этого Chick-fil-A. Кстати, это почему я их с собой таскала? Если мы с Лёшком где-то находимся, то мы периодически их читаем. Это антисептик для рук. Это жвачки еще американские, я редко их жую. С Америки до сих пор вот отвыкла жевать. Это вот было в рюкзаке. Тут у меня женские штучки. Это у нас здесь эти карточки скидочные всякие. Потом бахилы. Это мы когда ходили прыгать на батуты, у нас осталось. Лёшкина машинка везде всегда, ручка всегда с собой. Зеркальце, резинка, заколка. Это с Америки тетя мне привезла. Пилочка. Это у меня зарядка. Кстати, надо пойти писать на зарядку. Вот очень клёвая. Это у нас бальзам для губ. От Диору такой вот бальзам для губ. Очень классно, всем советую. Он увеличивает губы реально. Потом от Victoria's Secret. Видите, как хочу, чтобы у меня большие были губы. Вот от Victoria's Secret у нас тоже увеличение губок. Это у нас что? Ключи, это моя железка. Мои очки. С Америки тоже все это делаю. Ну что, уезжаем тусить без ребят. Смотрите, ребята здесь он остается. Мама поехала. Утром мы приходили не очень рано. Не очень рано? Нас не разбудило. Вот так вот, видите, во сколько мне скорее приходить, так что поехали туснем. Все, и в машине. Кстати, у Лешки на канале будет видео о том, как он поменял патрубок на Range Rover Sport. Я еще в Инстаграме тоже напишу про это. Слава богу, у меня вот муж вот такой вот хорошенький. Сам все делает, все меняет. Ну, а мы поехали, девчата, гулять. Ну что, товарищи, жена ушла гулять. Сбежала просто. Мы сейчас сидим, выбираем суши. Мы в чай уния. Название не буду делать, потому что чтобы рекламы не было. Итак, мы кушаем. А что, я точнее больше кушаю, потому что меня слышно, прием. Суш нет, ем сыр жареный. Вот такие вот дела, товарищи. Ну вот, еду домой, время 00:30, ребят. А я, ой, 00:30, 01:30 уже, представляете? 5 лет где-то я, наверное, так не выходила никуда гулять. Перекусила салатик, суши не было. Почему? Потому что этот суши-шеф, или кто он там, поваренок, сушист, ушел в 11 часов. А я хотела суши поесть. Ну, обломалась, ну ладно. На день рождения наелась на свой. Кстати, у нас была скидка, потому что я дала паспорт, и там действует скидка после дня рождения вроде бы 7 дней. Поэтому у нас хорошая скидка еще была. И вот такие дела, ребята. Теперь еду домой, сейчас буду парковаться, парковки, как всегда. Мы там еще не могли никак запарковаться, минут 20, наверное, потратили на эти парковки. И вот что значит Москва, центр Москвы, блин, парковки не делают. Ну, они есть, парковки, мы пешком там минут 7 дошли до этой чайуны, а у нас... Давайте уже встретимся с вами в новом влоге. И, кстати, у Лёшки будет открытие бизнеса, ну, не знаю, маленького бизнеса. Приходите, у него все подробности у него во влоге, посмотрите, в воскресенье у них открытие их вот этого всего, детище. Надеюсь, он перерастет в детище у них, и все получится, все. Всем пока, ребят.